Всем привет! 5 февраля 2023 года Ярополк, не изменяет своим традициям, приехал в купель. Сегодня нас всего лишь 5 человек, но я думаю, остальные к нам подтянутся. Все наши купания мы посвящаем каким-нибудь праздникам. Сегодня в России и в мире отмечается порядка 10 праздников. Таких как День Эрудита, Всемирный День Нутеллы, но мы сегодня посвятим такому дню, как Великий День, так как сегодня в России и в мире такой праздник, 5 февраля, он так и называется, День Великого Дня. Поехали! На улице минус 3, и в такое время, в такое погодное время вода кажется намного холоднее. Хорошо, скользко, ребят, будьте аккуратнее. Ух, отлично! День Великого Дня, великий день! Будьте такими же великими, как он! Молодец, давай! С головой! С головой, 3 раза, поехал! Раз, ниже, с головой! И еще раз, с головой! Вот молодец, а? Вот хорошо! Шапки, ты что? Поздравляю всех с Великим Днем! Сегодня великое закаливание! Молодец! Давай! Как самочувствие, Григорий? Ты уже ветеран! Тише. Закаливание, да? Посвящаю Великому Дню и поздравляю всех! Головой! Как? Первый раз в жизни! Супер! Супер! 15 лет, первый раз, ну все, молодец, давай. Поздравляю всех россиян с Великим Днем. Будьте здоровы, закаляйтесь. И обязательно знайте, Россия наша мать. Молодец. О, красотуля. Ну что, можно и не одеваться, так в машину пойти? Давай.